ребята, мы с вами в аквариуме города Женова. Здесь столько интересных рыбок. Рыбка, привет. Морской ежик, колючий ты какой. Посмотрите на эту перламутровую рыбу. Спряталась рыба. Ты куда? Ух ты! Это что за живое существо, которое прицепилось к кораблю? Рыбка, ты не знаешь? Посмотрите, какой лангуст! Сердитая розовая рыбка! А это еще кто? Еще один кто-то. Ребята, вы не знаете, кто это? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Какое интересное существо. Клешни, как у краба. Опустился, что я до него не достану, даже ножками. Я уже попробовал. Медузы. Да уж, их лучше рассматривать через стекло. В море мне с ними встречаться совершенно не хочется. Так больно жалятся.
ходит кругами. Такая большая рыба спит за камнем. А как вам этот кабанчик? Ничего себе! Посмотрите, подводный мир, он завораживает. Можно смотреть бесконечно. Как
Здесь.